Всем хайочки, с вами я, Александр, это канал AimBot, и у нас игра Landgrisser. И было обновление, и у нас вот такой вот доступен призывчик, ребятки. Сразу же перейдем к нему, потому что я хочу сделать всего один единственный призыв, так как я насобирал билетов всего вот 10 штучек, да, и могу сделать только один призыв. Давайте же сделаем призывчик и призовем, посмотрим, что нам повезет, не повезет. На самом деле я уже знаю, что будет, потому что я уже играю в записи. И как вы думаете, что нам выпадает? Да, ребятки, да, с первого призыва один и единственный, и давайте взглянем, что у нас здесь, что? На самом деле это круто, очень классно, что вообще выпал SSR ранг, вот. Поэтому в любом случае, кто бы нам не выпал, это всегда хорошо. Потому что шанс дроп здесь очень-очень-очень такой своеобразный. Ну, давайте, ребятки, вангуем, пишем, кто уже мог выпасть нам вот с этого призыва, с этого пака. Вот, а я пока подожду, да, посмотрим вот на этого мужика, который пялится на нас, мы пялимся на него, сразу вот так вот. Никакой интриги, ребятки, никакой интриги. Сразу же нам выдали SSR-героя после этого мужичка. Вот, на самом деле можно уже заканчивать, можно уже ничего не писать. Вот, по поводу него, сразу же хотелось бы отметить комментарии. Насколько это играбельный персонаж, насколько он хорош, насколько он плох. Я видел комментарии, поэтому, ребятки, что как писали про него, вот, я не знаю. Поэтому напишите вы мне, вы у меня эксперты по этой игре, поэтому... Кстати, неплохо, вот еще есть у нас SR-очка, да, то есть, что очень классно и очень круто. Поэтому от вас комментарии, и будем смотреть сейчас на этого героя. Значит, будем... Пролистать до последнего, потому что бывало и такое, то что бывало, что две SSR-ки выпадали в одном паке, это было, да, это было у нас на канале, поэтому вот как-то вот так вот. Но выпал только у нас Курама, да, поэтому я даже не знаю, вот он выглядит вот такой вот, если на него нажать, вот. Поэтому завидуете или не завидуете, в любом случае это, еще раз напоминаю, это SSR-очка. Знаете, что у нас? Вот такой был призывчик. Давайте сейчас мы отправимся, собственно, к нему и посмотрим на него поближе. Ну и вот переходим в героя. Собственно, сейчас мы его найдем, посмотрим на него, что он, да, как из себя представляет. Посмотрим на его характеристики и тому подобное. На его всякие специализации. Значит, выглядит он вот таким вот образом. Вот такой красноволосый парень с красной розой. Значит, также здесь у нас получается, мы можем его прокачать, он у нас получается класс Демон Вор идет, вот, ну и давайте все-таки на него поближе взглянем, потому что я хотел бы посмотреть на него ближе все-таки. Значит, по статам получается вот такие у нас удары, я не буду сейчас это делать читать, если, конечно, тебе интересно, ты можешь сам прочесть, но я на сегодня не буду, так я делаю в записи, поэтому, ребятки, я не хочу сейчас всматриваться в монитор, честно, честно, я думаю, меня простите. Значит, что у нас? У нас вот такие вот статы, получается, здесь открываются, такие специализации, вернее. Вот, у нас есть две ветки, у нас получается ветка вот этих монстров, да, получается. И еще есть вторая ветка, которую мы тоже с вами сейчас взглянем, посмотрим. Вот, ну, вот такие вот. По факту, мне на самом деле боец вроде как неплохо кажется. Несмотря на то, что гневные комментарии на нем, но как бы он довольно-таки неплох. Потому что здесь я вижу, вот есть и его Ешка, в принципе, и как бы он нормально вроде бы себя, думаю, будет проявлять. Не знаю, поэтому все буду исключительно читать, что вы мне напишите. Вот, поэтому вот как-то так. Здесь также, в принципе, можно увидеть, что у нас есть и вторая ветка, да. Вторая ветка — это вторая ветка магии, поэтому не знаю, в какую ветку, опять же, качать, и что, и как вообще он боится. Ну, во-первых, это лимитированные, которые мы могли вытянуть только во время именно ивента, и потом неизвестно, когда этот ивент повторится ли вообще, вот, поэтому как-то вот так. Поэтому хотя бы кто-то для коллекции у меня есть, ну, а может не для коллекции, а может также поиграть. Также мы можем наблюдать, что у него есть у Курамы скин, да, который можно будет где-то получить, либо приобрести. Вот, и он будет уже выглядеть не красноволосым, а вот таким вот будет волком, человеком-волком выглядеть. Вот, значит, в таком вот облике. Так, ну и вот полностью полномасштабная получается фотография, которую мы можем запечатлеть, я не знаю, сфотографировать, еще что-то с ним сделать. Вот, посмотреть на него, и в принципе все. Давайте пойдем же к самим же комментариям, то есть смотрите по комментариям, если тут написано, что...
Они очень-очень такие не очень хорошие, да, то есть я не знаю, ничего по сути нету, то есть есть просто комментарии о самом персонаже, да, то есть о том, что он в принципе себя представляет, ничего нету, то есть, ну, то есть насколько он хороший боец, насколько он плохой боец, вот, я ничего для себя не выяснил, только именно привязка все к самому персонажу, что его называют петушком, больше ничего по факту. Вот, поэтому как-то вот так вот от вас комментарии, ребятки, ставим лайки, не забываем подписаться на канал и кликнуть на колокольчик. На сегодня, ребятушки, это все. Вам хорошего настроения, удачи вам в дропе и всем пока-пока.